Сегодня готовлю простые блинчики на молоке, приготовит даже ребенок. Итак, беру 3 крупных яйца, 1 большую столовую ложку сахара, щепотку соли и соды. Теперь взбиваю все венчиком. Миксер вам тут точно не понадобится. Заранее я подогрела 0,5 литра молока и вливаю сюда 1/4. И теперь взбиваю. Молоко должно быть чуть-чуть теплое. Теперь добавляю в миску 220 грамм муки. Далее все снова перемешиваю венчиком. У вас должна получиться однородная, достаточно густая масса. За счет того, что вы не добавляете сразу все молоко, у вас не будет комочков. Ну и теперь можно добавить оставшееся молоко и все перемешиваем. Тесто должно получиться очень жидкое. И теперь добавьте еще 2 столовые ложки растительного масла. Отставьте тесто минут на 20. Прошло время, и теперь в раскаленную сковородку я добавила растительное масло. Лишнее убираю бумажной салфеткой. Выливаю немного теста в сковородку и распределяю по всей поверхности. Блинчики жарятся необыкновенно быстро, и жарить нужно все время на раскаленной сковородке. Масло я добавила на сковородку всего 1 раз в самом начале. Рецепт очень удачный. Блинчики получаются тоненькие, мягкие, эластичные и очень вкусные. Всего из этого количества теста у меня получилось 10 блинов. Очень рекомендую вам приготовить. И обязательно напишите свои отзывы, как у вас получилось. Мне очень нравится читать о ваших впечатлениях. Ну и, конечно же, я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.